Добрый день, меня зовут Румянцева Татьяна. Хочу вам представить свою новую работу «Дерево из бисера». И я вам покажу, как его делать. Будет подробный мастер-класс. Смотрите, если есть какие-то вопросы, то задавайте в комментариях. На все вопросы отвечу. Для начала нам необходимо сделать вот такие веточки. Это маленькие шишки. Сейчас покажу, как их надо сделать. На проволоку я уже набрала бисер зеленого цвета. Проволока у меня 0,4 мм. Отмеряем примерно 6 сантиметров голой проволоки. Подтягиваем бисер. И отмеряем 8-9 бисерин. 8-9-10. Это примерно будет примерно 1,5 сантиметра. И скручиваем петельку на 4 оборота. Получается у нас вот такая петля. Подтягиваем к ней бисер. Уберу, чтобы не мешало. Также 8-9-10 бисерин. Подтягиваем очень близко. Оставляем где-то примерно 3 миллиметра. Скручиваем петлю. И также на 4 оборота. И так нам необходимо скрутить 7 петель. Все, скрутили 7 петель и заворачиваем внутрь, делая шишку вот так, и закручиваем проволоку, ну, примерно на 2-2,5 сантиметра. Проволоку отрезаем повыше хвостика. Вот у нас получается вот такая шишечка. Всего таких шишек необходимо сделать 300 штук. Вот у меня они все готовы. Далее будем формировать веточку. Веточка будет состоять из 3 шишек. Для этого мне необходима вот такая проволока 0,75 мм. Оцинкованная она. У вас может быть все что угодно. Любая другая проволока, которая будет потолще и пожестче. Может быть даже флористический стержень. Отрезаю примерно. Сейчас померяю сколько. Ну, где-то 15 сантиметров проволоки. Берем самые обычные нитки. Нитки у меня 40-е, коричневого цвета. Я их устанавливаю вот таким образом, чтобы мне было удобно скручивать. Берем обе ниточки вместе. Берем одну шишечку. Подгоняем ее поближе и начинаем делать обороты. Обмотать необходимо примерно где-то 1,5-2 сантиметра. Лишнюю нитку отрезаем и делаем узелок.
хорошо затягиваем. Итак, вот две веточки я уже примотала. Хвостики немножко откусила, очень длинными их оставлять не надо. И вот начала приматывать уже третью шишку. И сейчас будем сразу сделать сборку. Это будет верхушка дерева. Она будет состоять из 6 таких веточек. Пока из 6, а там дальше в дальнейшем будем смотреть. Может быть, что-то добавим. Пока мы их никак не сгибаем, пока мы их приматываем просто друг к другу. Можно даже чуть-чуть пониже. Первый вот таким образом соединяем. Также соединяем третью веточку. Такую образуя вот такие шишечки. Делаем узелок и лишнюю нитку отрезаем. Теперь посмотрим, какой длины она у нас получается. Обмотка. Ну вот примерно на 4 сантиметра. Даже если брать от самих шишечек, то на 3 сантиметра. Не от самих шишек, а от места соединения. Получается у нас вот такая ветка, вот состоящая из 3 шишек. На верхушку необходимо сделать 6 штук. Сейчас мы будем делать вот такую веточку. Она делается на логичном макушке. Вот я уже прикрутила 3 шарика вместе. Вот 3 толстых стержня. Скрутка у меня идет ну, где-то на 3 сантиметра примерно. Дальше эти шарики отгибаются вперед. Вот так. И изгибаются. Вот получается у нас вот такая веточка. Всего у нас получается 94 веточки изогнутых. Вот таких. И 6 веточек макушки прямых. Начинаем сборку дерева.